мы переходим к нашему комплексу «Транзиция» в эру Водолея. И мы будем избавляться от страхов по отношению к чувству пустоты, вакууму, который может иметь место в нас, когда мы переходим как бы в несколько другие вибрации, вибрации другой эпохи, вибрации другого века. Это, очевидно, более качественные вибрации, более интенсивные, но поскольку мы к ним не привыкли, ощущаются у нас как пустота внутренняя. Эти состояния, эти новые вибрации входят в систему, и от непривычки, неумения распознать, работать с этими интенсивными вибрациями, мы распознаем как внутренняя пустота, что с ней делать мы не знаем, пытаемся этого избежать любым способом, часто мы пытаемся пить какие-то средства химические для того, чтобы как бы забыться, уйти от этого, от самих себя не убежишь, времена меняются, мы меняемся. Планета меняется, и хорошо идти в ногу со временем и подтягивать себя под те вибрации, которые своевременно имеют место по эволюции планеты, по эволюции космоса, эволюции эффекта на нашу систему других планет, других светил. Так что давайте балансировать в себе, уменьшить эффект ощущения дискомфорта, если они могут у нас быть по отношению к этим новым для нас вибрациям. У многих людей все очень гладко проистекает, и они просто перетекают в ногу со временем, в новые совершенно более качественные, так сказать, тонкие миры, и все у них хорошо, и не ощущают на себе, вот как сказать, давление времени, да. А многие люди, даже молодые люди, как бы не так текуче идут с потоком и ощущают внутри какие-то дискомфорты, поэтому хорошо избавляться от этих побочных эффектов, которые могут быть в нас от изменений, как бы сказать, не то, что сильно мерности, но каких-то, наверное, да, вибраций. Первое упражнение у нас будет идти 11 минут. И мы будем выполнять его таким образом. Мы будем сидеть в медитации, в простой позе или в лотосе. И мы держим левую руку напротив сердечного центра. Большой палец оттопырен. Правая рука у нас в генмудре находится. Мы держим на коленке. И 11 минут мы будем сидеть в этом упражнении. Вот и все наше упражнение. У нас спина прямая. Подбородок подоткнут груди, и позиция понятна. Единственное, что у нас будет очень медленное дыхание. Мы будем дышать ровно 3 раза в минуту, ни больше, ни меньше. Хорошо рассчитать по сегментам 20 секунд, например, да, вдох, 20 секунд выдох, 20 секунд вдох. 3 раза мы дышим за минуту, ровно 3 раза. Можем про себя считать, чтобы мерность установить определенную. И все. Так что мы можем начинать. Я засекаю время. Насчет глаз ничего не сказано абсолютно. Так что я думаю, глаза закрыты. Можем сконцентрироваться на точке между бровями, например, для лучшей ментальной концентрации, когда мы считать будем дыхание. Или на дыхании сконцентрируемся, как удобно. И сидим мы 11 минут. Сад,
We'll be right back.
Следующему упражнению. Конечно, первое настолько мощное, что даже говорить тяжело. Где ты находишься в других сферах абсолютно, не в физическом пространстве. И звук как-то даже слишком грубо входит в систему. Молчание, говорят, это коннекция с Богом, общение с Богом. А когда мы вербально из себя продуцируем звук, это общение с людьми, это уровень общения с людьми, человеческий уровень общения. И когда мы шепотом общаемся, это, говорят, уровень общения влюбленных шепотом. Такие градации есть. И только что, очевидно, мы общались с Богом, поэтому на более низкий, более грубый уровень сразу мы падаем общение. Человеческий, конечно, надо адаптироваться после этой медитации. Следующее упражнение идет таким образом. Мы будем выполнять цикл этих движений 5 раз. И мы будем делать вдох и поднимать, держать дыхание, поднимать, опускать руки будем 8 раз.
потом опять выдыхаем. Последний раз, когда руки опустили, да, потом вдох. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Выдыхаем через нос. Вдох через нос. На вдохе мы поднимаем руки наверх. И опять задержки дыхания. Мы 8 раз работаем руками. И работаем мы быстро, интенсивно. И руки у нас таким образом, что ладони параллельно друг другу на уровне сердечного центра. Большие пальцы оттопырены. И мы просто поднимаем, опускаем руки вниз. Мы 5 циклов сделаем. То есть 5 раз по 8 движений руками. Можем начинать. Следующее движение у нас такое. Мы держим палец Юпитера вытянутым вперед, и большим пальцем мы держим, так крепко держим, сверху надавливаем на палец Сатурна. И мы будем делать такие круги, описывать небольшие круги в пространство от себя. Значит, мы сидим, работаем пальцами в направлении, циркулируем наружу, да, наружу, пока не выпрямились руки полностью в локтях. Затем внутрь мы будем работать, круги внутрь мы описываем, внутрь, и до тех пор крутим эти маленькие круги в быстром темпе, пока наши пальцы не находятся в параллельном положении друг по отношению к другу. Пришли обратно, сюда, наружу описываем круги мелкие, описали. Дошли до того, что руки у нас выпрямлены в локтях, и внутрь начинаем описывать круги. И дошли до тех пор, пока пальцы не параллельны друг другу. И таким образом 5 минут. Давайте начинать, продолжать 5 минут. Thank you.
train your mind, your self, for this show made is available at any cost, including the great yogi. Палец у нас напряжен, указательный, не расслабляйте его. Вдох, задержка и напрягаем все мышцы нашего тела. Держим, 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 выдыхаем. Еще вдох. Задержка, напрягаем все мышцы нашего тела, держим. Дыхание, выдыхаем. Последний раз, вдох. Задержка, напрягаем все мышцы и выдыхаем. Очень хорошо. Замечательно. И не забывайте о том, что когда мы делаем эти мелкие круги, такие маленькие, в быстром темпе, у нас большой палец держал палец Сатурна, сверху нажимал на палец Сатурна, а указательный все время был напряженным. Мы не расслабляли указательный палец. И у нас осталась последняя малюсенькая медитация.